Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. У обладателя, согласно L в имени, тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Буква L в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности, размышления, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Буква S в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Имеют глубокие чувства, проявляют умение обращаться с деньгами. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Внешний человек показывает практичность как ширму для сокрытия романтической мягкой натуры. «И» – тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Сцена – лучшее место для словесных битв таких людей, именно поэтому из них получаются гениальные актеры. Обладатели этого имени могут обставить дело таким образом, что противника не заметит, как он жаром отстаивает идею, против которой так горячо выступал в начале спора. У обладателей этого имени чрезмерно развита рассудительность и чувство справедливости. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Для владельца имени с буквой L требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.